первом матче серии игр за седьмое место баскетболисты Иркута много атаковали кольцо соперника. При этом подопечные Михаила Карпенко часто теряли мяч и имели проблемы с реализацией. Как итог, стартовая 10-минутка осталась за гостями из Тамбова. В первой половине где-то нам больше удавалось, чуть больше, когда свежие ребята были. Вот, чуть не замены, чуть агрессивнее соперник стал защищаться. Немного поменяли они защиту, передернули зонную защиту. И какой-то небольшой провал у нас получился, и мы больше не смогли вернуться догнать. Но все провалы закончились вместе с началом второй четверти. В ней хозяев словно подменили. К большому перерыву Иркут смог уйти в небольшой отрыв, и команды ушли на большой перерыв с почти равным счетом 41-38. А в третьей четверти оранжево-черные вовсе полностью переиграли соперника, настреляв в два раза больше очков. Игроки Тамбова смогли собраться только к концу. Но это уже никак не влияло на результат. 85-68. Победа Иркута. Хотелось порадовать своих зрителей. Настраивались. Плюс у нас было неприятное поражение в Тамбове, которое откинуло нас перед плей-офф на седьмое место. Могли бы быть шестыми. Поэтому, конечно, за нами был должок. Ну, начали мы вроде неплохо, а потом появились какие-то проблемы с подбором, с решениями по защите. Отыграться за поражение волки попробуют у себя дома. К слову, Иркуту достаточно держать всего одну победу. Второй матч пройдет 6 мая в Тамбове. Александр Гаврилов, новости сейчас.